Итак, новогодние хлопоты в этом году нас застали неожиданно рано. Сейчас самое время задуматься о подарках и написать письмо Дедушке Морозу. А чтобы оно точно дошло до адресата, перед Дворцом искусств премьера появилось новое почтовое отделение. И маленькие краснодарцы уже поспешили воспользоваться его услугами. Я хочу на Новый год Monster High, такую куклу монстра. У меня был iPhone 5S и машинка, и машинное управление грузовик. Я вообще хочу какую-нибудь очень интересную, красивую куклу с нарядом, да, некрасивыми очень. И я хочу, чтобы у нее был мотоцикл или что-то очень интересное. Почта Деда Мороза в Краснодаре открылась уже в 7-й раз. Свои письма и поделки для зимнего волшебника можно приносить по воскресеньям с полудня и до часу дня. Их будут принимать помощники Деда Мороза – Зимушка и Матрешка. Мы уже готовимся к Новому году, и он вот-вот на подходе. Значит, должен работать домик Деда Мороза, должны приходить дети, писать письма, которые обязательно, непременно прочитает каждый из них Дед Мороз и рассмотрит каждую новогоднюю поделку, которую они сделают. Для этого у нас целый штаб создается в канун Нового года. Это помощники, секретари Деда Мороза, которые все читают, отсматривают. А в итоге более 150 детей, авторы самых оригинальных писем и поделок, окажутся гостями Деда Мороза на главной елке Кубани. Они посетят новогоднюю фантазию, а после представления получат подарки от Деда Мороза и его внучки. Произойдет это 6 января 2016 года.